Всю ночь президент, конечно, на связи со всеми силовыми структурами, докладов в круглосуточном режиме. В 8:40 утра стало известно о том, что Путин выступит с телеобращением. Наша съемочная группа работает в Кремле. Операторы и фотографы быстро настраивают технику. Через несколько минут входит президент. Здоровается со всеми так, как делает это всегда. Обращение было записано в 9:55, в 10:00 его уже видела вся страна. Мы лично видели, что всю субботу Путин находился и работал в первом корпусе Кремля. Совещания и телефонные переговоры, в том числе с Александром Лукашенко. К вечеру становится известно о том, что президент Белоруссии предложил посреднические услуги. Главная цель — избежать внутреннего кровопролития — была достигнута. Судьба самого Пригожина тоже определена. Ну, я, во-первых, в последнее время достаточно поздно ложусь. Вот. Но, конечно, я всегда должен быть на связи. Так и происходит. Всегда. 这个视频是今天公布的。 为什么要公布这个视频呢？ 就是要告诉大家普京没跑。 好搞笑。